Мы надеемся и уверены, что ту планку, которую вы подняли, она будет, по крайней мере, не ниже, да, не ниже финала лиги, там, где вы будете. И доказали свое мастерство, играли на больших эмоциях и доказали то, что вы можете награди сегодня золотые медали. Это фантастика для вас всех, которые любите свой клуб, любите свою работу, футбол. И мы будем работать так, как вы. Попробуем сделать сначала какой-то сюрприз в казахском чемпионате. И может быть, что один день будет такой красивый, что вы добиваетесь чемпионства, не тоже. Поэтому еще раз поздравляю вас большое. Таким достижением Лига Европы, это такой, наверное, я не знаю, кубок. Любой мальчишка и хочет добиться такого результата. Конечно, поздравляю вас. Дай Бог, что мы тоже войдем в Лигу Европы и в будущем Кайрат поднимется на такие высокие места, как вы, только в большом футболе. Я хочу сказать, что 18 лет назад футзальный Кайрат начал свою историю. И чтобы добиться к этому успеху, нам понадобилось целых 18 лет. И чтобы 5 лет назад, когда мы завоевали первую бронзу, мы дали, скажем, поставили перед собой задачу, что через 5 лет новый цикл подготовки команды, и на 5-й год мы будем готовы играть в финале 4-х. Европа, клубе Кайрат, футбол. Я faço as palavras do Кайрат é minha. O Кайрат é só. O Кайрат Футсал é Алматы, o Кайрат Футбол é Алматы. Estamos aqui com a mesma camisa, com o mesmo patrocinador. E é isso que a gente representa. A gente representa a nossa cidade Алматы, representa o Cazaquistão. E esse título é de vocês também aí do Кайрат. Майка с росписями всех Тбилиси, да? Да, это Тбилиси, это юбилейно выпустили наши спонсоры. Вот мы сделали, да, конечно. Да. И это все фамилии, все игроков, чтобы участвовали именно в этой игре. Спасибо. Это тоже отлично выпущенная медаль, финал Кубка УЕФА Тбилиси 2012 год. Это вот все, тоже вам, музей. Спасибо. Пойдем. Он сам где вратарь? Вот. Это вратарь. Он по-русски говорит. Он говорит, какой высокий. Вот видишь, нападающий у нас какой хороший. Кубок. Давай с кубком. Давайте. Красота. Есть. Фон можешь поменять?